Mr. Guy, I'd like you all to know, he grew a great bit marrow for the Luton Flower Show. He showed it to a lady who lived just along the way, and when she saw the size of it, he had the lady say. Всем здорово, с вами Лёва. И сегодня мы продолжаем прохождение игры Thanks Godness You're Here, или Слава Богу, что ты пришел. Сегодня мы закончим игру, сегодня мы все-таки споймаем вора, которого не споймали в прошлом видео, немножечко докринжуем, так сказать. Так что приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает, и будем начинать. Поехали! Генно-модифицированный продуктик. Моя сладенькая чудная детка. Ты гораздо крупнее, чем я думал. Папа? Папа? Шок в шоке, просто шок за шоком. Твою мать. Я думала, ну на ярмарку. Бобби, старый ты перец, перепутал, перегонял меня до кондрашек. Чего ж тебе надо? Прости, если помешал, Герберт, но мне сообщили, что тут совершаются преступления. Черт! Ну я о чем? Ну что, не видал преступника? Нет, погоди, какой же это преступник? Это был честный бизнесмен, который продал мне вот эту новенькую лейку. Выясни, какой это не бизнесмен. Это бутлегер Билли. И никакая это не лейка. Это не лейка. Чтоб меня черти драли, я заплатил за нее 50 бобов. Он только что на прошлой неделе всучил моей жене ловца влажных слов. Держи ушки на макушке, хвост пистолетом, а порох сухим. Ну а это я отнесу участок. Боже, куда катится этот город? И ты, юноша, тоже не теряй бдительность. Ловец влажных снов. Окей. Ой, я люблю ломать, крушить. Туда нельзя выйти. Ха-ха, я поняла, где я. А вот теперь я смогу пройти к реке, да? А что тут, изменилось чего? Там женщина в прошлый раз, когда проходили, она обнимала капусту, и чел себя покрасил, чтобы его пообнимала женщина. What the hell is that? Что тут, черт возьми, происходит? Что это такое? What the fuck? Где-то вылазит кротик. Знаешь, под землей вообще ничего не вижу, понятия не имею, где я хожу. Представляешь, крутые барсуки тоже собаки. Что? Серьезно? Так, ну вроде больше никаких изменений нету. Назовите пожарных. Скажите им, что Чарли снова застрял в колодце. Они поймут. А ну, циц, получай. Дирил. Пришел помочь с рыбалкой. Тут очки у меня садок не очень, что? Отлично, полезай ты тоже. Видел птицу? Это мой друг Бесс. Брат перевез его с Фолклендских островов. Только таможня его не пропускала. Пришлось сказать, что это не птица, а пенал с карандашами. Ну и без здорово отраванулся. Что-то имя? Так, а как мне его достать? Что, блин, происходит?
надо взять ручками. Ой-ой, лучше бы он такого не делал. Ага, попалась рыбка. Спорю, что ты что-то задумал. Джаспер, ты это ты о чем? Я ни в чем не виноват. Ну, погоди, все, расскажу твоей мамаше. Это я заберу обратно в ящичек. Я тебя, юноша, буду ждать в закусочной. Да ты совсем берега попутал, Джаспер. Вау. Черт. А он потом говорит, 2,5 фунта. А я ему, господи, я же селезень, лучше бы не спрашивал. Прям. Распыляем цветочки. Эти все еще здесь застряли. Эти уже в карты играют. Когда семью создадут. Привет, солнышко. Кажется, он почти закончил. Поверить не могу, до чего наглый мальчишка. Даже подумать боюсь, что за проказу он планировал учинить с инструментами. Значит так, юноша, я его почти починил. Загляни внутрь и посмотри, может, сумеешь забрать эту всю грязь? Убрать эту всю грязь. Ладно. Сори, он, по-моему, умер. Щит. Ну хорошо, Марч, трубы я тебе почистил. И заодно починил фритюрницу. Спасибо, солнышко, надеюсь, это было не слишком хлопотно. Давай пожарю тебе картошечки. Да, все в порядке. А куда, кстати, уходит масло? О, понятия не имею, солнышко. О, нет! Доброе утро. Он пожарился. Ну, главное, что картошечка есть. What the hell? Что это? Что, черт тебя дери, происходит? Ой, он, кажется, сгорел. Ой, мусор забрали. Кажется, их выкинули на свалку. О, боже, бедняжка сам не свой. Я бы взглянул, что с ним не так, но офицер Бобби запретил мне подходить к окнам. Еще бы. Привет, юноша, слава богу, ты пришел. Видишь ли, у меня есть чашечка чая, но он... черный, как пакет для мусора, честное слово. Я бы пошел и взял еще молочка. Но проблема в том, что Я боюсь молока. Ой, я у тебя тут постою. Чая. Так, а куда мне дальше идти? Куда идти-то? А чё он штаны снял? Да какого он молочка боится? Oh, no.
Так, что-то я не поняла. А, о. Все, я поняла. Не поняла, как оттуда выбраться. Как-то кроваво умерли цветочки. Она умерла. Слава богу, ты пришел, юноша. Моя Бесси опять прихворнула. Но жареная картошечка мигом ее взбодрит. Ну как, будь другом и пробегись до закусочной Марджи, приятель. Окей. Вот еще одна житейская мудрость. Никогда не пихай в буразубку в зубной бур. Что? Буразубка? Что такое буразубка? Я сейчас вам все покажу. Так, а как мне так по вам может забраться, что ли? Можно мне картошки? Ну и очередь. Я уже жду 40 минут. Маш, давай быстрей. Я ем за двоих. Я беременна. Дожди своей очереди, солнышко. Как мне ускорить? Беременна, жесть. Может, погулять надо? О, Флоренс, это был офицер Бобби Розер. Он сказал, что ты арестована. За что? Что ты такая с***? Ну знаешь, Кэрри, если бы быть было профессией, ты бы стала работницей года. Лорен, заткнись. Все хуже и хуже становится, как по мне. Я с ним покончил. Назад не вернуться, поняла. А, поняла. Я думала, тут... Ладно, не важно. Думала, здесь как-то заканчивается локация, но нет. А вот и они. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. Это Джек. У него есть работа. Как дела? Здравствуйте, мистер и миссис Бинги. Очень рад познакомиться. Ну хорошо, Джек. Выпьем по кружечке. Давайте. Он мне уже нравится. Вот и все. Вау, миссис Бинги, до чего вкусно. Никогда раньше не ел пирога с брюквой. Спасибо, Джеки Душка. Ну, а с чем же ты ешь пирог дома, юноша? Ну, обычно пирог достаточно большой, чтобы его и так поглотили. О, господи, солнышко, только и надо устраивать скандал. Достаточно большой? Нет, солнышко, я этого не приму, не под моей крышей. Милый, прошу. Я правда не хотел случайно вас оскорбить. А ну, заткнись. Ну, папа. И ты тоже заткнись. И не позволю, чтобы моя дочь встречалась с любителем больших пирогов. Что? В чем проблема? О, открылась дверка. Подъем.
Доброе утро. Слава богу, ты пришел. Мне пора завтракать и нужно в магазин. Но я не могу встать с постели. Я не люблю, когда кто-то трогает мои покупки. Может быть, ты поможешь? Я вам скажу вот что, от асбеста ожога в третьей степени не бывает. Боже, зачем я вообще стараюсь? Люблю холодную картошку. Я думал, что мы на сегодня закончили. Почему они все покраснели? Что? Вот я теперь даже не знаю. Запретили пинаться. Опять ты! Когда же ты перестанешь мне мозолить глаза своей дыней? Вообще-то для тебя есть работа. Сходи в девяточку и принеси свежих пузырьков нам для уровня. Да, ребята. Ну что, справишься? Ну ладно, беги. Спасибо. Девяточка, значит. Хорошо. Используют как могут. Ой, простите. Леди Ди! Я прям чувствую ее эмоции. О, замечательно. Хочешь помочь мне с картошкой? Тяжелая у меня жизнь. Да. И у тебя тоже. Мы же с картохи. Ну да. Растем по 40 штук на одной грядке. На завтрак земля. На обед земля. Спим вообще в мешках. Все верно. Ну и ради чего? На самом лучшем случае почистят, порежут и утопят в масле. Да, жизнь у нас непростая. Да, непростая, но хоть сейчас у нас все в порядке. Жесть. Надо лететь? Ой, твою мать. Страшно. Надеюсь, она съела его без... Понимаю. Я ее прекрасно понимаю. То же самое ощущение после маковской картошки. Абсолютное. Мы внутри коровы? О, Бесси, тебе полегчало. Ей очень вовремя, нам уже пора. Мы ведь не хотим опоздать на встречу. Надеюсь, там будет здорово. Это недалеко напротив нашей лужайки. Дом с синей дверью. Ну вот и все. О, я немного нервничаю. Стучи ты, Бесси, у меня духу не хватит. И тебе страшно, святые угодники? Мы тогда вечера тут проторчим. Я никогда раньше не принимал ванну. И что, ты часто сюда приходишь?
Да, очень приятно, правда. Купил ее на распродаже автомобильных багажников. Прихожу и говорю, странный какой-то у вас багажник. А продавец мне в ответ, это джакузи. Значит, вам понравилось? Спасибо, что пришли. Конфетки. Ну что, может, выпьешь? Конфетки, вино. Что это за... What the fuck? Молочная джакузи. А, надо что-то делать. С тех пор он не боялся молока. Слегка перебрал, юноша. А ну вставай, протрезвейшь в участке. Это просто молоко. Это просто молоко. Это просто молоко. Это просто молоко. Никакого подтекста. Пойдем дальше. Хорошо, сосисочек нет. Делай раз, делай два, а я в туалет, кружится голова. Блять, прости, пожалуйста, мужик. Просто прости. У него уже травма. Прости. Сори. Надеюсь, он не повесится потом. Зеленый комбинезон и кепка? Ты не поверишь. Святая свекла, с этим надо что-то делать. Ладно. Надо так надо. Она, кажется, срезала его голову. Мужика, который тут притворялся капустой. Вроде живой. У меня будет психологическая травма после этой игры. А ну вот, это не подкормка из червей. Это подкормка для червей. Просто мешок с землей. Чел просто обманывает всех подряд. Я и говорю, там, так уж и быть, я попробую, но это твоя жизнь. Какие тут философские темы раскрываются. Уточек серьезней.
Чмяк. 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 Здесь произошел какой-то инцидент. Есть фото. К счастью, у меня их нет. Закрыто. Чел не отъезжает. О, женщина сюда перебазировалась. Нужно открыть окошко. Теперь крысы заправляют этим местом. Что ты ему сказал? Он здесь. Пришел за пузырьками, да? Тогда тебе повезло. Сегодня утром нам прислали свежую партию. Они тут, в подсобке, смотри. Это тебе пригодится. Удачи! Че? О! Залази. Теперь ему нужно открыть дверь. Далеко будем лететь? Высоко? Может, лопнем шарик? Или отпустим ручки? Какой миленький. Я тогда говорю, это ж прихватка для печи. Куда еще было ее класть? Прямо в печь. О, привет. Это настоящий фиатель? И почем? 50 пенсов, неплохая цена. Как ты считаешь, солнышко? У нас еще есть деньги на капусту? Ой. Это Бутлер Билл? Смотрите, этот юноша поймал Бутлера Билла. А мне кажется, это Камберленд Кросс или что-то там. Молодец! Он его поймал, наконец-то поймал! Он ушел! Тройное ура! Гип-гип, ура! Ну-ну, потише, потише. Благодаря детективным навыкам этого юноши, я смогу с уверенностью в этом городе, что бутлеры в этом городе получили по тыкве. По-прежнему на свободе! Кажется, он сгорел полностью. Так, хорошо. Получается, что у нас воришка сбежал. И, наверное, нам нужно его найти. Всем ляпаса.
Так, здесь ничего не изменилось, ничего интересного. Almost done with this one, Charlie. Terrific job, Susan. You'll earn that shilling yet. Она чистит ему что? I feel better already. А зачем она ему чистит почтовую ячейку, или как это называется у них там? Почтовый отсек. Эта женщина все еще стоит здесь, на ней все еще птички. Она стабильна. Так, в магазин могу зайти. Здесь все еще учатся водить. С цветочками кто-то разобрался. Здесь мороженщик перегородил мне дорогу, поэтому пойдем в магазин. Единственное место, куда я могу еще сходить. Ой-ой. А, это какая-то... А, это все еще... А, там рука. А, точно, я вспомнила. Там рука, которая просится войти. Точно, точно. Где-то она там в подсобке. Агась. Так, что тебе надо? Наверное, все, что я вижу. Слишком влажный. Так, а чё он хочет? Ага. Короче, мне нужно это просто все скинуть, я поняла. Слишком сухой, слишком влажный. Что тебе не нравится, чел? Слишком красный. Как он будет? Он же совершенно в другом месте. Он видит рукой. Слишком рекурсивный. Бобы — это десерт. Не хочет десерт. Breakfast blend. Наверное, оно. А это что? Смесь кемпи для завтраков? И срок годности всего 40 лет назад. Берем все. Малыша должно было придавить. Нас сейчас скупят. Hello, shopkeep. Hello. Oh dear, this one's homogenized. Altogether, that's 10 bob. Okay. Bye-bye, shopkeep. Он сам с собой, получается, говорит. Спасибо большое. Пожалуйста, за помощь. Не благодари, чел. Пожалуйста, тебя хватит, жадный поросеночек. Так бы ему в глаз тыкнуть. Ну, не получится, наверное. Оп-о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 п. Он уже не умирал. О, ну и хорошо, иди, иди, у меня тут проходной двор. Я так не оставлю, вообще, позвоню Ронни прямо сейчас. Сейчас. На ощупь горячий? Ясно. Ну что ж, Брайан, ты его поджарил. Нет, обратно он не полезет. Почему не разговаривает, когда рядом есть я? Ну ладно. Ой. Ох, ну это все совсем не кстати. Собо целая куча улиток. Сейчас разберемся с вашими улитками. Мне их, конечно, жаль, но... Ой. Сори. Тетя боится улиток. Horrid snails.
А тете надо помочь. Так, одна убежала. Бум. Еще один пошел прямо в колодец. Это, наверное, все? Это все? Ой-ой-ой. Ну, это намек явный. Что нужно прыгать? Прыгаем. Ой, сори. Я соус случайно. В скобках нет. А где твоя кротовья жена? Знаешь, неважно. Опа. Окей. А вот необычный фактик. Есть еще одна вещь, которую черви обожают. Это петушиные яйца. Добыть их не так-то просто. Но, боже мой, этот белок того стоит. Он знает. Волк. У нас яйца как раз-таки по 80. Считай, как икра лососевая. Мне кажется, уже икра дешевле стоит, чем яйца. Когда червячков на крючке пучок был истинно... Модное что-то там? Ладно. Он какую-то фигню рассказывает. Почему у рыбы во рту сигарет? Абсурд. Закрылся. Что, все, рабочий день закончился или что? Все раскупили. Все закрыты. Ну хорошо, если хочешь знать, ей в плавательную трубку попала кто? А теперь терпеть не могу фуршеты с тех пор. Плавательная не увидела. Слишком быстро пропала. Печки. Шлеп. Кто тут? Тут еще мужичок. Еще один срочный выпуск. Невероятные новости. Говори, что там за невероятные новости. Ладно. Не хочешь, не говори. Так, а что тут было? Ага, тут ничего. Наверное, мне нужно искать дальше того вора. Все-таки. Проверить места его обитования. Гамбургер в день — все, что нужно для счастья. Женщина перебазировалась чуть-чуть. Then, ну давай, Рок, расскажи, что с тобой не так? Рон, это все моя голова, она слишком большая. Слишком большая? По-моему, слишком больших частей тела не бывает. Знаешь, а меня ведь тоже дразнили из-за головы. Правда? Ну да, в школе дразнили голова сковорода. А одноклассники толстой мордой. Но посмотри на меня теперь, у меня процветающий бизнес и вообще все хорошо. И у тебя тоже все хорошо. У тебя собственный магазин и самые меткие глаза в городе. Да и у твоей Флоренс все замечательно. Целых 3 работы, скоро получит диплом в техникуме. Да, это правда, в следующем году пойдет в университет. Ну вот, видишь? Пойдем в паб, опрокинем по кружечке. Ребята будут тебе очень рады. О, какие они милые. Тут тоже все пораскупали. Как-то даже грустно. Никого нету. А дед с пипиркой все там же? Дед спит. Или это не тот? Они захватили Гус Грин! Нет, это не тот дед. Они тут вдвоем? Да. Attention! Сравняйся! Окей. Так уж и быть. О, бар. Самое то, что мне нужно.
А вот и ты, юноша. Пиворок, это всему голова. Ага, почти такая же большая, как моя. Просто сука огромная. Ладно. Так, ну падать обратно я не хочу. Наверное, мне нужно идти отсюда прочь. Пусть пиво пьют без меня. Так, а что там, кстати, мэр? Кушайте. В дыру я не попаду. Это рука. Нет, правда, это была мама. Папа попал в аварию. Боже мой! Да, он сейчас в реанимации, состояние тяжелое. Что же случилось? Но он ехал на мотоцикле очень быстро. А потом он вспомнил, что это его дочь, повернул руль и съехал с моста. Ты самая настоящая тварь, Кэрри. Жестоко. Что тут? Рабочий день закончен? Это там мышка, что ли, смотрит, наблюдает? Мне нужно это на него скинуть. Ну что, рук нет? На, поешь. Я так же сделала. Мы солидарны. Эу. Солнышко, обед готов. Солнышко? Эй, солнышко, смотри, кто заглянул на чай. Привет, солнышко. Ты как раз к супчику. У нас все домашнее. Только вот, о нет, у нас сломалась часы с кукушкой. Нас не покормят. Forget that clock and batch this mole. We need to knock him down the hall. Yeah, cut straight through that lovely crust. I don't feel super, but needs must. Наверное, нужно все это делать. A bash a day keeps felons down. I've got the cutest dog in town. And now we've hit them overload. Send us flying down the road. Cut me head off, damn the fish. Who taught you to drive like this? Looks like money's on the shore. You need to chop some more, of course. Easy now, let's keep it civil. Look at little Reggie dribble. Now I'll come by tea tonight. Send us flying like a kite. Don't be shy, I'll like it, bluff. Пожестче, блин. I just can't rhyme well off the cuff. Oh, old Ronnie's fish is kicked. We'll put them in the fryer next. How the chuff did you get there? It's... My poor dog's beyond repair. Oh, Bez is like my only friend. Send us spinning round the bend. Fix our clock, it's really wrong. Pop the ball, he's in our hole. Какое-то продвижение. Push that
box of squashies too. Eat it up, it's good for you. Bang the nail now, please don't fuss. It's better if you stay with us. Time's ticking, ticky-tock. Get him, pop it, make him stop. You have the right to get knocked down. Chop that fish, your blood comes out. I miss my dad, I miss my mum. In your tummy, yum yum yum. I love the flashy bunny sound. Don't be coy now, stick around. Cook the fish, move the hole. Eat the sea, flash the ball. Flash the pepper, flash the bat. Potatoes, fix the glass. Brigitte. Надо передохнуть. Oh, there you are, lovey. He should be ready for you now, if you'd like to bob in. Отлично, наконец-то. Слава богу, ты пришел. Я как раз хотел приготовить этот чудесный бутерброд с ветчиной, но у меня кончилась фирменная горчица. Это все? То есть нас позвал мэр только для того, чтобы мы ему принесли горчички? Я бы обиделась. А на этом на сегодня все. На этом мы закончим прохождение данной игры. Будет жаль прощаться с этим маленьким желтеньким человечком, но я очень надеюсь на то, что когда-нибудь увидит вторая часть этой игры. Мне очень понравился мультяшная кринжовенькая игрушечка. Немножечко аморальщины, немножечко кринжа, немножечко шуток. Это просто идеальное сочетание, как по мне. А как вам? Пишите в комментах. Завтра мы с вами уже наконец-то увидимся на стримах. Я уже скучаю, хотя сегодня только первый день без них. Кузя. Кузя тоже решил засветиться. А мы вам говорим до свидания. До следующих видео. До следующих стримов. Скоро с вами увидимся. Всем пока-пока. Если бы он мог, он бы показал факт.